Басманный суд Москвы завтра рассмотрит ходатайство о заключении под домашний арест координатора Левого фронта Сергея Удальцова, который сейчас под подпиской о невыезде. Ее, считает следствие, он неоднократно нарушал, в частности, посещал несанкционированные акции, где его задерживали. Удальцов обвиняемый по двум делам о беспорядках на Болотной площади в мае прошлого года и о приготовлении к организации массовых беспорядков. О них заговорили после скандального фильма «Анатомия протеста 2». По его собственной версии, следователи, требуя домашнего ареста, пытаются отомстить за отказ от дачи показаний.